Добро пожаловать на испытание двух братьев, Ноча и Херобрина. Гиперкрипер загадал нам секретное слово и грозится взорвать этот мир, если мы его не назовем. Но Херобрин и Ноч дали нам шанс выжить. 6 испытаний, на каждом из которых один из нас должен показать себя и добыть ключ, дающий нам подсказку к секретному слову. Херобрин и Ноч могут помочь нам на испытаниях только по одному разу и не больше. Это первый сезон уникального Майнкрафт проекта. Приятного просмотра. Надеюсь, в конце мы не взлетим на воздух вместе с этим милым городишком. Хей-йоу! Всем привет, друзья! С вами снова я, Спайк. Со мной сегодня Гуля, Леон, Херобрин, Ноч и... Добро пожаловать в новую уникальную рубрику на Майнкрафт Ютубе, а именно игры Херобрина и Ноча в Майнкрафте. Всем привет! Всем привет! Всем привет, друзья! Да, и тут будут самые крутые испытания в Майнкрафте. Да, ну и что же, вот он Херобрин, вот он Ноч и... Добро пожаловать, ребят, на начало. Это первые игры Херобрина и Ноча. И что же, сегодня мы узнаем, сможем ли победить вот этого мега-крипера и не дать ему взорвать вот этот вот прекрасный мир Майнкрафта. А для этого нам нужно пройти 6 испытаний, добыть 6 ключей, использовать их для того, чтобы добыть подсказки и угадать слово, которое же загадал вот этот вот мега-крипер. И в этом нам, возможно, сегодня поможет Ноч и Херобрин. А где он, кстати, куда он? А, вот Херобрин. Летает, вот он. Да, ну и что же, ребят, как мы обещали, мы сделали новую, абсолютно уникальную рубрику на Майнкрафт Ютубе. И я надеюсь, что именно ты оценишь это лайком. Поэтому, если ты тоже считаешь, что это классно, то прямо сейчас ставь свой лайк. Давайте просто уничтожим эту кнопку лайка, залетаем в тренды. Мега-лайк. И. Да, ставим мега лайк, мега крипер есть, нужен мега лайк. Поэтому прямо сейчас давайте наберем 30 тысяч лайков на этом видео, и мы сделаем еще и еще много видео по этой рубрике. Ну и что же, думаю, что пора начинать. Правила всем известны. Погнали? Да, известны, погнали. Итак, ну что ж, друзья, вот мы и на арене. И мы уже видим несколько испытаний где-то вдалеке. Одно, кстати, смотрите, прямо рядом с нами есть. Одно рядом с нами есть, и пойдемте посмотрим, что за испытание вообще. Да-да-да, погнали. Так, жду не дождусь, как вы будете подвергать себя опасности. Так, кстати, ну... это испытание Херобрина ведь красное. Да, это испытание Херобрина красное. Ну, давайте смотреть, что у него здесь. Так, мне кажется, смотреть. Что у акулы. Херобрина самые жесткие испытания. Акулы. Кто-то один должен спуститься в пучины, чтобы добыть ключ. Так, кто хочет, чтобы его акулы, так сказать, сожрали, тот первый прыгает. Так, смотрите, Ноч написал, если вам понадобится помощь на испытании, то обращайтесь. Так, ну я не знаю, нам нужна помощь на этом испытании? И вообще, кто пойдет искать ключ среди акул? Не знаю, но я думаю, ты более подходящий вариант. Блин, ну я не знаю. Давайте подумаем и решим совместно, кто классно плавает. В принципе, я неплохо плаваю. Ну я тоже. Не очень. Ну Гулю, давай Гулю отметаем сейчас, получается. Гулю отметаем. Так, Гуля, давай выбирай, короче, кто из нас. Ну, пусть, наверное, Леон пойдет. Ну, как бы, получается так. Ну, давай ты... Просто испытания будут сложнее. Давай ты это пройдешь, меня оставим на какой-нибудь паркур или что-нибудь такое. Да, по-любому. Ну что, Леон, удачи тебе. Давай, поставим спаунпоинт. Удачи, так сказать. Оп. Ну, давай, я думаю, что ты это легко пройдешь, на самом деле. Ну, тут не так уж и много этих акул. Так, и... ну что, готовы? Давай, вон тебя Ночь подбадривает. Все, погнал. Так, я тут смотрю, здесь одной ты не понравился? На тебя все, две налетели. Слушай, две налетели, мне, да. Мне кажется, нужно смотреть вот именно в какие-то глубинные ямы. Так, на самом дне. Попробуй именно на самое дно. На самое дно попробуй опуститься. Вот еще на самом дне. Что-то с... Фига туда, акулы действительно жесткие. Так, на самом... Ой! Смотрим. Ребят, что, вы если видите где-то сундуки, говорите. А, ну я не вижу, я не вижу. Я тоже не вижу, если честно. Давайте смотрим. Нужно куда-то... Попробуй прямо в дырки вот эти заплывать на дне. Мы как бы в спектейсе. Сейчас попробую. Давай. Чё, нет, ну вот этот край я уже весь просмотрел, я не знаю, сейчас еще вот здесь заплыву, посмотрю. Так, надо бы стейка поесть. Ну я ничего не вижу, Так, сзади акула, значит, сможет зажать. Все нормально, все нормально. Я успеваю. Тут две каких-то супер агрессивных. Да, ребята, да, две прям. Хотят. Они, видно, очень сильно кушать хотят, поэтому. Давай, одна жизнь. Все пересмотрел, вот здесь вот. Да, вот сюда тоже. Посмотри. Нашел!
Мне кажется, или тут какой-то... Да, 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 там сундук, давай, опа, давай. Ключик есть. Все, 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 всплывай. Птичка в клетке, вылетаю, все. Все, один оп. Ключ есть, вылезай, все, все, погнали назад, все, погнали назад. Все, ребята. Все, врубай, врубай нам обратно. Все, у нас есть один ключ. У нас есть один ключ, так, поднимаюсь. Что хочу сказать, испытание пройдено. Все, давай тогда клади сразу в эндер-сундук. Угу. Ключ в эндер-сундуке. Все, первое испытание, мы прошли, мы не потратили подсказку, что очень важно, потому что... Да. Так, ну что, давайте теперь сходим, это было испытание Херобрина, что, давай на испытание ночи сходим. Пойдемте, да, на следующее испытание. Вон там я вижу синее, смотрите, вон. Посмотрим, что там ночью, может, у него попроще, но с акулами на самом деле было страшновато. А, кстати, вот, еще смотрите, испытание ночи есть. На какое пойдем, в замок или на это сначала? Да пойдемте сюда. Ну давайте. Давайте сюда ближе. Давайте, давайте. Так, надо здесь сразу спаунпоинт прописать. Так. Вам нужно построить точную копию этого рыцаря. Так. Ну, в принципе, кто будет строить? Ну давайте я. Ну, в принципе, это достаточно. Ну, это легко, типа, реально, мне кажется, построить. Довольно просто. Вроде как легко, да, потому что она такая симметричная. Ночь написал, у вас будет таймер в виде жителя. Когда он умрет, время... Блин, это реально сложно тогда получается. Времени мало, ребят. А сколько... Так. Блин, ну запоминай, Гуль, давай запоминай, запоминай. Давай запоминаю. Смотри. Время мало. Если вам понадобится помощь Херобрина на таком скучном легком испытании, то просите. Блин, слушай, может помощь тут возьмем? Как вариант, тут все-таки на время, не? Не знаю. Подожди, давай спрошу, мы можем подсказывать? Да, мы можем подсказывать, интересно. Просто если подсказывать, то это, ну, можно сделать. Если без, то... Ну, в принципе, это я уже запомнила. Нет, только с помощью. Блин, ну смотри, мы можем использовать подсказку, ну, типа помощь, и сможем тебе подсказывать. Но если нет, ты уверена, что справишься? Да, если ты справишься, то окей. Давайте, наверное, возьмем подсказку. Ну, давай, ладно. Так, мы используем. Блин, минус одна подсказка. Ну, это подсказка чья была? Во, можно давать наводки. Это подсказка Херобрина была, у нас есть еще подсказка ночи. Ну все тогда, Гуль, давай, начинай. Давайте, гоу, напишешь, чтобы они запустили таймер. Так, и все, таймер пошел, все, жители топят. Пошел, да. Давай. Так, правильно. А я как, я могу летать? Летать, ты можешь, наверное, блоки ставить или что? Не, летать ты не можешь, под себя можешь, наверное. Так, ну пока правильно. Пока что правильно. Получается... Тебе нужно букву Т желтую сделать на теле у него. Букву Т желтую ставим. Житель уже все умирает, давай. Так, еще и по бокам, да. Остальное... Блин, сложно не летает делать, если честно. Вот так вот. Попроще. Так, сверху еще полоску красную одну. Сверху полоску красную, да. И так, голова. Отступить нужно сюда. Да. Правильно. Гуль, ты просто гений, это правильно. Да, еще одна буква Т. И два вверх. Два вверх получается, да. Два вверх. И все, голову ему закрывай. Блин, житель сдох! Так, подожди. Все? Ну это же... Все, так это невозможно, ребят. Да, это вообще невозможно. Ну да, ну что сказать. Мы использовали подсказку и не получили ключ. И честно... Да, не получили ключ. Это плохо. Ну это вроде кажется легким заданием, но не летая, строя под себя, это очень сложно, во-первых, сообразить. Блин. Ну... Что делать? Ну ладно. Все. Идем на следующее испытание, получается. Ну, пойдемте. Давайте вон туда пойдем, на испытание Херобрина. Нам как-то там больше везет. Я думаю, можно не расстраиваться, но ладно. Ну да. В принципе, одна подсказка у нас уже есть. И смотри, надо было помолить меня, я бы дал вам леталку. О, ну это что-то жесткое. Смотрите, тут зыбучие пески. Так, давайте сразу. Так. Убийственная тропа с зыбучими песками, ловушками и врагами. Ну что, давайте я пройду все-таки. Я не проходил до этого два испытания. Давай, проходи, а мы будем в режиме наблюдателя смотреть за тобой. Так, а что, будем тут брать помощь? Просто, здесь? Ну да. Ну смотри, сможешь ты пройти или нет. Не хотелось бы нам все тратить, все помощи. Ну, в принципе, я думаю, что смогу. Главное, чтобы вот там вот мумии, видишь, чтобы они не слишком жесткими были.
Ну... А, там в шкуме еще. Ну фига. Да. Ну, гоу, ладно, я думаю, я без помощи пройду, в принципе, нормально. Все. Так, че, Куля, давай режим наблюдателя сейчас идем. Давайте, подходите, включайте. Включаем. Ну что, готовы? Начинаем наблюдать, да, погнали. Погнали. Так, главное в зыбучие пески не упасть. Потому что если так, я упаду давай, хоть давай, раз в зыбучий давай. Песок, то все, это смерть сразу. Ты так, как уверенно идешь, на самом деле. Там, мумии опасно. А мумии спасибо. Сами в зыбучие пески вон упали. Кстати, да. Их надо заманивать, чтобы они падали в зыбучие пески. Кстати, классная ловушка, давай-давай. Так, там сзади мумий нет никаких? Сзади мумий нет. Блин, я куда-то... Блин, я как-то так неудобно тут забрел. Блин, а как мне... Блин, как мне тут пройти-то? Я просто... Я боюсь, что она меня сейчас ударит, если я сейчас в бок прыгну. Ладно, так, давай-давай-давай. Сюда. А как тут не ударишься? Ага. Так, давай, блин. Давай. Побыстрее бы их зыбучие пески завалили, жесть. Вот тут мне точно не пройти, пока она не сдохнет. Давай. Так, проходим. Ну, мумий вообще дофига, конечно. Правда, давай, они... осталось немного. Они падают в зыбучие пески, но все равно могут ударить, нанести удар, и вот это будет вообще супер печально. Блин. Так, я тут, я не знаю, допрыгну, не допрыгну. Ладно, да, попробую. Блин, я сейчас вот сюда упаду. Все, нормально, okay. Нормально. Главное, что не взыбу... Ой, блин, все, это конец. Все, это походу конец. Это все... Все, да ладно. Блин, это конец. Это конец, ну все. Минус еще одно испытание. Я минус не прошел, ребят. Капец, ну... Блин, ребят, ну я не знаю, извините. Я реально старался максимально... Я не знаю, я просто как-то прыгнул тупо и все. Ну... Ай, да, два испытания провалили, но ничего страшного. Сейчас пройдем еще испытание. Но в теории мы можем еще 4 подсказки залутать, поэтому... Поэтому, ну, надеюсь, да. Получится. Так, давайте дальше вон туда, вон там красный, еще одна херабрина. Это, кстати, по-моему, последняя от херабрина, да? Это вроде да, последняя. Давайте. Попробуем хотя бы его пройти. Мы еще ни одного его испытания, да? А, или нет, с акулами прошли. Да. Но на самом деле, кстати, у херабрина такие прям жесткие испытания. Очень жесткие. Да. Так, здесь веселое испытание. Если что, берите помощь. Так, что тут? Тут какая-то тропа. О, смотри, там какие-то свинозомби или кто это? Свинки военные стоят. Нужно под интересным зельем... нужно под интересным зельем пройти тропу. Так, что а что это за зелье? Короче, это зелье спиннинга, то есть будет крутить вообще конкретно, и нужно, видимо, эту тропу пробежать. Так, это ваш последний шанс попросить моей помощи, да, гоу, потому что у нас испытание херабрина это последнее, и ночь нам может только сейчас помочь. Так, он что-то скинул. Это броня Супермена, ну, кстати, броня нормально. Броня Супермена, будешь проходить Суперменом. Так, ну давайте, ставьте тогда спектейт. Попробую сейчас пробежаться. Давай, Гуль, попробую сейчас реабилитироваться. Включай спектейт. Все, мы в режиме наблюдателя. Ух, ну что там, посмотрите хоть, что там вдали. Короче, тут есть свинозомби, которые стреляют. Здесь... Капец! Короче, здесь на самом деле очень трудное испытание, потому что тут чего только нет на самом деле. Так. Кислота, лазеры, батуты. Я бегу. Бегу! Перепрыгнул! Нет! Давай. Блин, лазеры. Я примерно понимаю, где я. Так, не коснулся? Нет, все нормально. Блин, тут батуты еще. Ай! Иду, блин, я вообще не могу видеть, честно говоря. Так, ой, подкинуло! Блин, тихо. Далеко там еще, далеко. Блин, стреляют. Давай. Бегу. Прибежал, давай. Мне в дом? Да, в дом забегай. Да. Вроде все. Блин, как же, капец, что с экраном? Так, тут молоко есть, все нормально. Это просто жесть. Но я взял ключ. А мне обратно, да, вернуться надо еще. Наверное, да. Так, ну ладно, все, я побежал. Но обратно, в принципе, я думаю, смогу. Тут не так сложно уже без этой штуки. Капец. Я сейчас... А, все, меня телепортировал. Нормально, все, я тогда возвращаю. Беру ключ в Ender Chest, короче. Все, у нас есть 2 ключа. И следующее, что? Я там вижу замок вдали, я так понимаю, нам туда. Потому что, ну, что у нас осталось? Все, это испытание пройдено. Ну, побежали. Два испытания ночью? Что там. Ну да, побежали. Ну там какой-то большой замок, либо, я не знаю, босс может какой-то, или типа того. Хотя это испытания ночи, они больше на смекалку какую-то, чем на... Ну, чем на драке. Так, интересное испытание кончилось. Так, что тут? Это... А, это паркур, походу. Паркур, так, да. Так, ну давай, Гуль, я думаю, ты покажешь, как надо. Ну я, конечно, не паркур-мастер, но я могу попробовать. Давай, Гуль, показывай. Так, ну давай, Гуль, показывай.
Давай. Так, мастер паркузера, сейчас вам покажу. Давай, вот здесь прыгай, вперед, чисто вперед. Молодец. Сюда. Так, на краешек. На краешек, все. Направо. Направо. Одна жизнь, Гуль. Супер аккуратно. Так, если тут даже упаду, то я как бы и не умру, в принципе. Ну, я думаю, что все равно испытание Давай. Сразу закончится. Так. Одна жизнь, лесенка. Один ключ. Через краешек. Молодец. Так. И на лестницу. Между. Запрыгнула. Молодец. Получается, все нормально. Так, сюда. Давай. Чуть-чуть осталось, Гуль. Я сундук так, вижу. Последний прыжок. Все, о, молодец! Все забрала. Все, пошли. Ребята, ключ в наших руках. Еще один ключ. Все, ключ в наших руках. Так, ну что, можно ее тпшить, я думаю, в принципе. Угу. Все, можно нас уже из гейммода вытащить. Ой, из спектейта. Так, все, ура. О. Так, ну что, у нас есть три ключа, клади его в эндер. И угу. Последнее вон в том замке у нас осталось. Погнали туда. Последнее испытание. Так, ночь с Херобрином тут, у нас нет подсказок, и вам нужно найти ключ в этой комнате. Так, я так понимаю, вот эта комната. Найти ключ. Если бы вы не потратили помощь на унылое строительство, могли бы искать этот ключ вдвоем. Так, пока житель жив. Так, у нас снова на время. Ну что, кто будет искать? Леон остался. Да. Ну, давай, что, поможем как сможем. Так и так. Давай, запускаем. Раз, как два. Только ты откроешь ворота, они нажмут. Все, давай, погнали. Все, погнали. Давайте, ребята, осматриваем тут. Так. Мне кажется, вряд ли они прям в самом начале спрятались. Да. Прочекай картины сразу. Прочекай картины по-любому. Картины сейчас вот эти все тоже прочекаю. Так. Житель еще живой. Так, ну если житель умрет так же быстро, как на моем испытании, будет плохо. Так. А мусорку посмотри. Ну мусорки вряд ли что-то будет. Мусорки ничего нет, здесь тоже. Может вот это. Блин, ладно. Тут ничего нет. Тут смотри, тут второй этаж есть. Второй этаж, сейчас поднимаюсь. На первом точно ничего нет? Не, за ящиками нигде. Не наблюдал. Так, ничего нет. Ну, посмотри первый. Так. Скворечники быть не может. Я не знаю, тут нажимаю. Ничего нет? В картинах нет. О! Что-то нашел. Какую-то комнату так, пробрал. Так. Ну тут вроде ничего нет. Здесь вроде ничего так, вот нет. Здесь. Да нет, тут точно ничего нет. Я не знаю. Так. Где тут так, может так, быть? Так. Я нашел! Подожди, на второй этаж. Житель живой еще? На второй этаж поднимайся. Я не знаю, правда, как туда забраться. Короче, так, вот куда он. Нужно забраться? Он вот здесь, как бы на втором этаже. Он где-то. Блин, я не знаю, как тебе показать, ты же меня не видишь. Блин, короче, он видишь мост над тобой? Над тобой мост. Ну, вот прям, да. Он в нем. Вот он, прямо в нем. Встань, видишь вот эту вот музыкальная машина? Да. На нее можешь, и сейчас посмотри в мост, видишь? А, да, там сундук. Все, бери. Житель живой еще, выбирайся быстрее. Все, закрываю. Все. У нас получается 4 подсказки. 4 подсказки из 6. Ну, в принципе, неплохо. Можно нас из креатива как бы вытащить, наверное. Итак, ну что, решающий момент, момент истины. Собрали 4 из 6, погнали обратно и будем пробовать. 4 из 6 собрали, да. Будем пробовать угадывать. Так, доставайте ключи. Так, все, покупаем подсказки. Давайте. Давайте кто-то один, не знаю, Гуль, на, купи. Или кто там, Леона больше всего. Давай, держи. Давай, покупай. Леон, кстати, 2 ключа добыл, получается. Гуль один и я один, да? Так, да. Тут 6 подсказок, я не знаю, какие получше ты взять. Ну, бери просто рандомно, бери рандомно. Ну ладно, 2-я, 3-я, 4-я. 5-я, всё. Так, сейчас, что-то... Так, держите. Давай. Так, ну что, у меня есть подсказка 2, подсказка 3. Подсказка 2, подсказка 3. Так, ну что, давайте по списку. Так, нам... у меня подсказка 4, подсказка 5. Давай, Гуль, у тебя что? А, у тебя никакой а нет? А я вам отдала. Так, подсказка 2. Не злиться и стыдиться, но такого цвета. Это первая подсказка. Ага. Подсказка 2, притягивает. Что? Притягивает. Ну, а у тебя что? Так, у меня подсказка 4, получается, бывает вкусный. А подсказка 5, наш сосед. Ну, как-то очень сложно, если честно. Как-то очень сложно, нет. Да. Так, сейчас. Ну, типа, цвет злости, там, так, это красный, очевидно, красный. Что-то съедобное.
притягивает. Притягивает, типа, может, это что-то популярное, как бы... Ну, типа, притягивает то, что всегда хочется. Вот ты видишь, типа, какая-нибудь кола красного цвета, вкусная, и ты всегда хочешь попить колу. А что еще у тебя было? Еще что было? Так, у меня бывает вкусный, то есть это получается... А еще что? И пятое, наш сосед. Наш сосед, ну, причем, а типа, сосед... Это, ну... Наш, ну... Несколько это получит удар мечом, пишет Ночь. Ну, смотрите, если просто мы сейчас ответим, он нас завалит, то мы уже будем думать вдвоем. Я не знаю, какие есть варианты. Красный, наш сосед, бывает наш вкусный и притягивает. Может, притягивает. Может, магнит? Может, магнит, кстати. Ну, причем тут магнит? Красный магнит, но причем сосед? Красный магнит. А может, мы что-то магнит, не так поняли? Магнит, вкусный, еда. Давайте еще раз подсказки подумаем. Не злиться и стыдиться, но цвета такого. Ну, типа, ну, это красный по-любому цвет. Типа, когда стыдишься, злишься, типа, ты красный. Но не злиться... Ну, просто красный цвет, короче, это подсказка. Притягивает? Ну, притягивает в каком плане? Есть переносном в плане притягивает, типа, тебе хочется чего-то. Mm-hmm. Либо же притягивает именно вот как притягивает, как магнит, типа магнитит или, не знаю, гравитация. Меня больше интересует наш сосед. Наш что? Сосед, что это? Давайте подумаем, наш сосед, это либо какая-то, у всех что-то дома есть, типа сосед может какой-то... Ну почему тут еда тогда, типа, что за бред? Это может наш сосед это страна какая-то вообще? Может, страна, да, но типа, при чем тут остальное? Типа притягивает, ну хочется туда съездить, типа может быть... Красного может, цвета. Притягивает тепло. Может... Кстати, да, притягивает что-то большое, массивное. Ну а солнце быть. Ты его как съешь, типа? Бывает вкусным, что это за бред? Угу. Ну, я бы кола попробовал ответить колу, типа. Ну, короче, не знаю, кола. Ну, блин, тупо, да, я не знаю. Но у меня вот вариантов нет. Давайте, я, короче, отвечу... Может, это конфета? Конфета. Да, ведь конфета есть у каждого, наверное, в доме. Ну, кстати, да, у каждого... Притягивает. Да, а есть красные ведь леденцы? Да, ну, тут именно указано, что красный. В конфете бы не стали указывать конкретный цвет. Конфеты типа разные. Кола всегда красная. Ну, а кола может быть коричневая. Ну, ладно, давай, попробуем кола. Кола. Давайте Кока-кола. Попробуем. Кока-кола. И... Правильно? Так. А, да, ну, неправильно. Что? Как ты неправильно? Ну, мне только что в голову мысль вообще пришла, когда ты сказал про конфету. Uh-huh. Типа, я вспомнила про батончик Марс, и есть же планета Марс. Блин, она красная и притягивает. Ты могла 10 батончик. Секунд назад до этого додуматься. Ну, только сейчас меня осенило. Давай попробуем. Ну, кстати, давай. Подумайте, подождите, Марс реально логично. Очень логично. Ну, да, логично. Есть батончик, деле. Притягивает, потому что планета большая, она к себе притягивает, притяжение имеет гравитацию. Правильно. Мы выиграли. Мы выиграли, ребята. Странные подсказки. Ну, по подсказкам этим реально было сложно. Не знаю, может, как бы... Может, там первые шестая были самые Может быть. Ну, этого мы никогда не узнаем. Так, ладно, все, я выхожу из этого режима тупого. Ну что, ребят, мир Майнкрафта не взрывается. Ура. Ну что же, посмотрим, взорвется ли он в следующий раз. Надеюсь, что вам рубрика понравилась. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Очень, ребят, для вас старались. Я, Леон, Гуля, Херабрин, Ночь, ну как бы... Вы понимаете, мы самого Ночи позвали, типа, человек, миллиардер, живет в Лос-Анджелесе и вызвался с нами снять эту рубрику, потому что она топовая, понимаете? Вот. Самая топовая. Все, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, всем пока. Всем пока. Всем пока.